Для того, чтобы научиться этому трюку, вы должны уметь делать чардж, а также фингерпас. Начальная позиция трюка такая же, как и при выполнении чарджа. Возьмите ручку между указательным и средним пальцем. Дальше делаем один оборот чарджа. Для этого нужно плавно выпрямить указательный и средний палец. Важно, чтобы пальцы были расслабленными. Следующий этап. Учимся совмещать чардж и пас. Делаете оборот чарджа, и когда ручка находится параллельно вашим пальцам, согните безымянный палец, после чего согните указательный. И для того, чтобы ручка попала в другой слот, поднимите безымянный палец. Это и есть весь трюк. Фишка заключается в том, чтобы научиться плавно из чарджа переходить в пас. Поначалу будет не идеально, но со временем у вас все получится. Также не забудьте выучить этот трюк в слоте 2-3, 3-4. Для этого возьмите ручку между средним и безымянным пальцем. Сделайте чардж, просто плавно выпрямив пальцы. И когда ручка будет находиться перпендикулярно пальцам, сделайте пас. На этом все. Удачи в изучении!